зовут Пьер Эдель, мне 28 лет, я приехал из Парижа. Я на Голосе для того, чтобы встретить светлых, добрых, творческих людей. Много путешествовал по Европе, когда был подростком, и пел в барах, в клубах, на улице, как чувствовали, просто так и жили. В 2009-м один мой очень хороший друг, барабанщик и фотограф, очень талантливый человек, Александр его звали, он погиб в Париже, ему было где-то 24. С этого момента я начал задумываться посерьезнее о том, что такое жизнь, что происходит после смерти. Я начал интересоваться разными духовными путями. Эта практика духовная называется вайшнавизм, гаудия вайшнавизм. Такое течение древнее, очень много тысячелетнее. Здоровый образ жизни, традиции. Это не насилие, это вегетарианство. Это простая жизнь. Я наслаждаюсь настоящим. И с тех пор, как я приехал сюда, я в восторге. Нам дан интеллект не для того, чтобы лучше питаться, лучше спать, лучше совокупляться и лучше самообороняться. Он дан для того, чтобы понять, что мы не тело, а мы душа. Жизнь прекрасна и хороша. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, откуда вы? Меня зовут Пьер Эдель, я из Парижа. Из Парижа? А татухи это по масти, по фэншую? Что это? Почему их так много? Зачем? Особенно вот эта вот штука на скажите, это очень смело, круто. Вань, подожди, вот интересно. Вот это не татуировка, это священной глиной нарисовано, называется тилака. То есть объясните нам, пожалуйста. Это символ принадлежности человеку, течению вайшнавы. Они вегетарианцы, исповедуют просто служение всем остальным живым существам.
Мне это понравилось, я присоединился. Очень интересный человек. Потрясающе, невероятно исполненную композицию. Вы посмотрите просто, какой верс эмоций вы только что вызвали у нас, у прекрасных, образованных, воспитанных людей. Приглашаю вас в команду «Потапа». У меня есть что вам предложить. Ваше выступление, ваш вокал, ваша свобода, она завораживала. Я нажала кнопку, я видела, что творилось, я видела, как вскочили зрители, конечно же, и Слава, он у нас сидит без кедов, без носков уже сидит. Мы же про священные речи говорим. Про священные вещи, да, вайшнавы, собственно, в храме все сидят абсолютно босиком. Когда я повернулась, я увидела, что вы личность на сцене, духовная личность. Вам есть о чем звучать. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Вы меня порвали в тряпки. Господи, я дожив до того моменту, коли в прямому ефірі каналу 1+1 звучить група Led Zeppelin. Невже не змінюємо країну? Три речі. Перше, моя улюблена група. По-друге, ваш дуже впевнений, потужний, цікавий голос. Ну і третє – це ваша енергія. Вам буде дуже просто мені в моїй команді, тому що вам просто, нам треба просто домовитись, яку пісню наступну ми співаємо, і все. Сложно покупати тебе, звісно, після Святослава, але... Да все одно до Потапа піде. Все одно к Потапу піде, да. У нас це вже між собою. Як би ми не уговаривали, всі йдуть к Потапу. Ти знаєш, таке відчуття, що то, що зараз ми говоримо, тебе абсолютно не важно. И то, что мы повернулись, тоже абсолютно не важно. Важнее то, что было до этого. То есть музыка, да. Я это вижу. И для меня это, мне это очень нравится, мне это импонирует. Мне нравится то, что у тебя такой какой-то негнущийся стержень внутри. Я бы с удовольствием погрузился в твою философию, музыкальную философию, во что угодно. Хочешь, буду мясо не есть на протяжении всего проекта. Но я готов. Для меня это большой перелом. Я мясо очень люблю. Присоединяйся ко мне, бро. Зараз П'єр в тому положенні, коли вони самі просяться до нього. Він так, ну-ну-ну. Ми приглашаємо тебе, кстати. Кожен з нас дуже-дуже приглашає тебе в свою команду. Настав момент. Момент, так, да, коли тебе треба вибрати. Дуже просто чотири тренера. А це, кстати, дуже круто. І тобі треба вибрати одного. Це перший раз на «Голосі», що ко мені поворачуються всі четверо. Як перший? Тобто ти вже був на «Голосі»? Я был на французском. А на французском, да. Далеко пошел на французском? Да, прямых эфиров. Ух ты, круто! Это очень круто, ничего себе. Ничего ты не останавливаешься, ты unstoppable. Ты не останавливаешься, молодец. Костя опытный игрок. Ну что, кого он выбрал, как вы думаете? Я думаю, Вакарчука. Вакарчука? А, ну, я пойду к тебе, Потап. Обалдеть! Я же вам сказал. Я не знаю, да, что ты знаешь. Спасибо тебе большое, дружище. Спасибо, я впечатлен. Я даже не знаю, что тебе сказать. Очень сильно. Очень сильно. Дуже крутой выступ. Но я буду стараться. Офигенно. Я тоже буду стараться. Спасибо. Спасибо. Офигеть. Я очень surprised. Он так классно выступил. Я ему прощаю все, на Потапа. Спасибо. Можно я прикоснусь к преграду? Ну. Спасибо. Воу! Спасибо за выступление. Я очень обрадовался. Спасибо. Я рад, что тебе понравилось. Ну что, я поздравляю. Ты, если прошел во французском, знаешь, что дальше. Сейчас празднование. Спасибо. Я пытаюсь объяснить себе этот феномен. What the fuck? What the fuck is going on? Все очень просто. Я состою из двух частей. Под, я волнуюсь. И up. Я всегда иду up. Наверх, дальше.